подведение итога. На пятом месте оказалось сразу 4 человека. Это Деркач Наталья с суммой баллов 278. А руки хоть поднимайте, друзья, руки поднимайте, чтобы вас народ видел. Их возможно, да. Нет. И вы услышите, что кидбасти. Не обязательно лучше остается до конца. Надо же. Також на п'ятому місці Ярменко Олександр. Також Лазаренко Поліна. Також п'яте місце останній з цієї прекрасної команди розподіляє Вознюк Вероніка. Четверте місце займає Спиркач Владислав. Друге місце у нас поділяють дві людини з однаковою кількістю балів. 271 спікерський бал. Прокоп'єва Олена. І Старченко Влада. 271 бал. І топ-спікером упадет вас. Степап 2018 з кількістю балів спікерських 290 стає Слипченко Владислав. Молодець, браво, Владислав. Я приглашаю вас к небольшой возможности пару слов сказать численной аудитории, которая осталась здесь. Хорошо, ну сразу скажу, что мой опыт в дебатах очень небольшой. У меня была всего сыграна одна игра в КИМО, и один раз я поучаствовал в Королевце на турнире. Вот. Я не могу сказать, что это опыт, которым я горжусь, да, но это, ну, типа, это те игры, за которые я хотя бы немножко понял, как работают дебаты, и сумел построить определенным образом свое мышление и свою речь. Вот. И таким образом то, что я сразу после первой игры отправился на турнир, это дало мне возможность немножко поднять планочку, да, то есть стремиться к более к высоким к людям высокого уровня и понять, как они работают и как они излагают свои мысли. Возможно, это сыграло решающую роль в сегодняшних играх, потому что я кардинально поменял свою речь вот именно после «Виткрывая массивощина». Чай! Мы будем выходить чай. Сейчас мы попросим всех, наверное, финалистов пойти сюда и для торжественного вручения. А где же марш музыкальный наш? Я думаю, мы можем сразу награждать всех. Да, давайте. Далее. Еще раз поаплодируем финалистам. И победитель только один. Команда. Два. І після нетривалого, але плідного обговорення з одноголосним рішенням переможцем Степап 2018 стає команда. Другої позиції. Ну скажите речь, друзья, скажите, что вы чувствуете. Классно. Это классно. Нет, ну скажите. Это вообще первый серьезный турнир, в котором мы участвуем, и мы вообще не ожидали, как бы. Ну, мы пришли сюда, потому что, ну, мы реально хотели, чтобы было интересно нам, чтобы мы, ну, мы понимали, что будет интересно, что мы, ну,
сможем развиться. Развиться и познакомиться с новыми ребятами, и вообще новый опыт совершенно, ну, день проведен не зря. Потому что суббота обычно, знаете, она будет... На раунде речь была получше. Ми щиро раді, що ви доєдналися до нас у цей прекрасний день. І на цьому Степан 2018 оголошується закритим. А в следующем году берегите себя и себя. Закончился прекрасный турнир Степан 2018. Знаю, что это турнир для новичков в области дискуссии английского по формату английского парламента. Мы находимся в Киево-Мадридской академии города Киева, где состоялся прекрасный турнир дебатеров. И я скажу, что многие тех людей, которые вы видели сегодня, вы увидите в будущем на лучших площадках и пьедесталах спикеров. Поверьте мне, я уверен, что это не так. Живые люди имеют в лице. Таланты растут здесь, в дебатных клубах, и они начинаются с Киево-Могилянской академии науки. Друзья, любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг, и любовь вернется вам в столицу.